В нашем городе пройдет целый ряд мероприятий, посвященных присвоению Рязани почетного звания Рязанской области «Город воинской доблести». План был озвучен сегодня в горадминистрации. В целях информирования рязанцев о предстоящем присвоении нашему городу, теперь уже состоявшемся присвоении нашему городу почетного звания, подготовлен ролик для трансляции на видеоэкранах города. Информация сегодня будет размещена на сайте правительства, на сайте городской администрации, на сайтах всех учреждений социальной сферы и предприятий города Рязани. Готовится и уже в средствах массовой информации печатаются и показываются на телевидении видеоматериалы и публикации о ветеранах Великой Отечественной войны и участниках событий при фронтовой Рязани. В Рязани будут проходить тематические выставки, встречи с ветеранами и патриотические акции. Кроме того, в честь знаменательного события 3 декабря на базе кинотеатра «Октябрь» планируется провести кинофестиваль под названием «Я помню». Хотелось бы остановиться на общегородском военно-патриотическом квесте «Город Герой». В этом квесте будет принимать участие около 650 учащихся школы. Будет 30 команд по 16 человек. Все они соберутся в парке, в центральном парке культуры и отдыха. Памятные торжества пройдут по всему городу. Одним из наиболее значимых станет возложение цветов и гирлянды к мемориалу Победы 5 декабря. Церемония будет посвящена 74-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских в битве под Москвой. В этот же день у Рязанской филармонии развернется историческая инсталляция на тему «Рязань прифронтовая». Театральные и молодежные концерты, тематические вечера, школьные спектакли – это далеко не весь список. Уже полюбившиеся рязанцам акция «Городской автобус на военную тематику» будет проходить 4 и 5 декабря. Ну и приятным дополнением ко всему перечисленному станет поздравление каждого рязанца с помощью СМС-рассылки со столь знаменательным для всего города событием. 5 декабря, в день вручения почетной грамоты, каждый рязанец получит поздравление с присвоением городу звания «Города воинской доблести». Ну а узнать более подробную информацию о датах и времени проведения мероприятий вы сможете на сайте администрации и на всех городских информресурсах.